Место встречи. Не удивляйтесь, пожалуйста, что я стою к вам в профиль. Я просто пытаюсь выяснить, в какой же стороне света находится это самое солнечное место на Земле. А удивительно, конечно же, но факт. Это самое-самое солнечное место на Земле находится в Антарктиде. Где-то в районе станции Пионерская. Честно говоря, я думала, что самое солнечное место на экваторе. Но официальные справочники говорят о другом. Не будем вдаваться в градусные и прочие подробности, а доверимся компетентным источникам. Добрый вечер, как вас зовут? Саша. Эля. Кто будет отвечать? Эля. Эля, отвечай. Что отвечать? Как, вы тоже не знаете вопросы? Тебе задавали вопросы? Я прослушала. А, ну хотя бы примерно о чем, ты не можешь вспомнить? Нет. Вот у нас есть еще один человек, который тоже не знает вопроса. Еще раз хочу напомнить всем телезрителям. Досмотрите обязательно программу до самого конца, и в конце вы услышите вопрос, только тогда приходите и отвечайте. Но если у нас сегодня не будет победителя, то мы дадим возможность, мы зададим этот вопрос вам не в эфире, а уже на самом месте встречи, и тогда ответьте, хорошо? Хорошо. Там за нашей спиной есть часы, мы дождались 20 минут, больше никто не пришел. И поэтому мы в очередной раз даем шанс нашим участникам, тем, кто не слышал вопрос, мы зададим его сейчас, и если они ответят, то они получат свой приз. Сейчас я вам этот вопрос скажу. Значит так, какое место на планете самое солнечное? Но не отвечайте сразу, потому что кому бы мы этот вопрос не задавали, многие ошибались. Какое самое солнечное место? Имеется в виду материк? Да. Может, Африка? Нет, еще один шанс вам. Экватор, наверное. А я тоже так сказала, но это на самом деле это не экватор, к сожалению. Ничего, приходите к нам в следующий раз. Но сейчас вы можете всем своим близким, друзьям пожелать то, чего вы хотите пожелать. Я хочу пожелать всем счастья, долгих лет жизни, всего хорошего. Я тоже сама. Спасибо вам. И у нас есть еще один претендент на победу, который, к сожалению, тоже не слышал вопроса. Но теперь он его услышал и попытается на него ответить. Как вас зовут? Виктор. Виктор, вы готовы ответить на этот вопрос? Если не расслышали, я вам повторю. Нет, я не слышал вопроса. А какое место на Земле самое солнечное? Ну, это, видимо, где-то в Средней Азии. Не Эмираты? Нет, к сожалению. Мы предполагали, что именно такими и будут сегодня ответы. Как я уже сказала, на самом деле это место находится где-то в Антарктиде, где-то возле станции Пионерская. Все дело здесь в наклоне земной оси к Солнцу. Вот так. Что ж, я надеюсь, на следующий вопрос вам ответить не составит труда. Смотрите нас, встречайтесь с нами, приходите и забирайте свои призы. Куда идем мы с пяточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем, о нет, и нет. А мы идем на место встречи. Этот вопрос мы задаем именно здесь, не случайно. Как вы уже догадались, мы находимся рядом с Академией общественного питания. Итак, вопрос. Какого специалиста называют Ти-тестером? Приходите, я жду вас здесь ровно 20 минут. Еще раз. Кто же такой Ти-тестер? В этот вечер, в этом городе, приглашаем вас на место встречи. Место встречи. Место встречи.